В 206 анапских семьях воспитываются 179 приемных детей. Еще 160 детей находятся под опекой. У каждой из этих семей своя история, но объединяет их одно. Для них нет понятия «чужие дети». На торжественном заседании Совета по опеке и попечительству 12 семей Анапы поздравили с одним из самых светлых праздников – Днем матери. Благодарности главы курорта вручили 12 мамам замещающих семей. Людмила Лукьянова работает учителем в сельской школе номер 16. Многодетная мама воспитывает 4 приемных детей. У нас действительно не забывают и внимание города к нам, и помощь во всех отношениях, во всех вопросах, с какими сталкиваемся в жизни. Поэтому настроение замечательное. Заместитель главы Людмила Мурашова, специалист управления по делам семьи и детей, протоиерей Геннадий, начальник отдела по делам несовершеннолетних Одиссей Демурчев, поблагодарили родителей в приемных семьях за их ответственное решение взять в семью ребенка. Не каждая женщина в этом мире возьмется за такую сложную, трудную роль. Вот говорят, да, там платят зарплату или еще что-то. Но я думаю, материальная поддержка – это не то. Это вообще несравнимо с тем порывом, с тем велением души, которое сегодня есть у вас. Елена Моторина – приемная мама. У нее 4 кровных и 12 приемных детей. С самого детства Елена Арифовна мечтала о большой дружной семье. Когда была маленькая девочка, я всегда говорила, у меня будет 10 детей, и я их буду очень любить и никогда не буду обижать. Вот Господь мне дал не 10, а гораздо больше детей, и я очень счастлива. Эти мамы сделали приемных детей родными, посвятили свою жизнь их развитию и воспитанию. В этих семьях царят добро и справедливость. Детей учат не бояться трудностей и преодолевать жизненные препятствия, поддерживать друг друга и уважать. По традиции, в завершении праздника особенные семьи сделали общее фото на память.